Вот такие классные и полезные кухонные гаджеты я покажу вам в этом видео. Ну и как всегда, в конце видео будет конкурс, так что смотрите до конца. Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим небольшую подборку интересных и полезных кухонных гаджетов с сайта AliExpress. Думаю, что многие хозяйки оценят. Чтобы не пропускать мои ролики, нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик, и вы всегда будете знать, когда выйдет новый. Все ссылочки на товары с подборки и на кэшбэк, чтобы экономить деньги в интернет-магазинах, есть в описании под роликом. И как всегда, те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе с денежным призом. Приятного просмотра! И начнем мы с фиксатора ножа для ровной резки коржей. При нажатии кнопки фиксатора открываются ячейки, с помощью которых вы можете регулировать высоту, на которой установите нож или лезвие для резания коржей. Фиксируйте лезвие ножа, затем разрезайте корж. Можно не бояться, что дрогнет рука или съедет нож, вы разрежете корж криво. С помощью фиксатора у вас получится разрезать коржи с ювелирной точностью. Сковорода для японского омлета дает возможность идеально приготовить настоящий японский омлет тамагаяки. Он с детства знаком каждому японцу. Теперь он полюбится и жителям далеких от Японии стран. Чаще всего вы встречаетесь с ним в японском ресторане. Но теперь такой полезный и очень вкусный омлет легко приготовить дома, используя правильную сковороду для омлета нужной формы. Попробуйте приготовить тамагаяки на такой сковороде, и вам и вашим деткам обязательно понравится. И тогда сковорода для вкусного блюда станет непременным аксессуаром счастливого семейного утра. 100 одноразовых чайных пакетиков для тех, кто предпочитает заваривать свою траву, а не ту пыль, которую толкают нам в магазинах. Удобны для заваривания чая на чайник. Применяется для частого использования как в кафе, так и в ресторанах. Уникальная технология изготовления фильтр-пакетиков позволяет получать чайный напиток исключительного качества, сохраняя его естественный вкус и аромат. Особая конструкция пакета, наличие донышка и клапана, ускоряет процесс заваривания чая. Состав пакета: древесное волокно 60%, волокно абаки 20%, термопластичное волокно 20%. В общем, что еще можно рассказать про пакетики для чая? Пользуйтесь на здоровье! Пресс-форма для идеальных котлеток. В длинном списке кухонных принадлежностей ручной пресс для гамбургеров не является предметом первой необходимости. Однако, раз попробовав его в действии, ни одна хозяйка уже не захочет обходиться без него. По сути, это металлическое приспособление позволяет одним движением руки сформировать идеальную по форме котлету. Толщину при этом можно регулировать, увеличивая или уменьшая количество закладываемого в устройство фарша. Для котлет такая форма для гамбургеров не только оптимально подходит в стандартные круглые булочки, но и отлично выглядит на тарелке, как самостоятельное блюдо. Емкость для приготовления яиц в микроволновке. В принципе, яйца или омлет в микроволновке можно приготовить в любой открытой посуде. Правда, в большинстве случаев они получаются с не самой вкусной коркой. Эта емкость решает проблему на корню. Керамическая чаша особой формы с силиконовым фиксатором поддерживает идеальную температуру во время готовки яиц. И всего за 60 секунд сделает идеальное блюдо, будь то классическая яичница или же омлет. Кстати, яичницу потом можно вложить в сэндвич. Естественно, продукт внутри не пригорает, масла не нужно. Просто разбейте яйцо внутрь, посолите, добавьте специй и на пару минут поставьте емкость в микроволновку. Универсальная двухсторонняя сковорода для обжаривания продуктов с двух сторон. Предназначена для качественного и равномерного обжаривания мяса, рыбы, овощей и иных продуктов с двух сторон так, что вам даже не потребуется для этого самостоятельно переворачивать кусочки при помощи лопатки, вилок и других приспособлений. Магнитные замки, расположенные на ручке сковороды, препятствуют высыпанию содержимого посуды во время готовки. Специальный ободок на краях препятствует просачиванию жидкостей и пара во время переворачивания сковороды. Плотно затворяемые края позволяют поддерживать оптимальный уровень тепла внутри сковороды. Эргономичные бакелитовые ручки и прочные антипригарные покрытия делают сковородку удобной и надежной в использовании. Высота сковороды 6 см. Беспроводной электрический штопор поможет открыть бутылку вина одним нажатием. От одной зарядки штопор может открыть до 30 бутылок. Никогда раньше открытие вина не было настолько легким. Сначала нужно удалить защитную пленку с бутылки с помощью специального ножа, а затем вынуть пробку, нажав на кнопку на штопоре. Работает от 4 пальчиковых батареек.
Электрический штопор в качественном корпусе из матового пластика выполнен в лаконичном дизайне и станет незаменимым помощником на кухне и идеальным подарком для ценителей вина. Электронный термометр для барбекю поможет определить готовность мяса и даже сообщит, когда блюдо достигло желаемой кондиции. С таким подходом не нужно беспокоить готовящееся мясо, бесконечно открывать-закрывать духовку, портить кусок надрезами и проколами. Термометр имеет уже готовые настройки для 8 типов мяса, а также позволяет самостоятельно устанавливать желаемую температуру готовности блюда. Острие термометра нужно воткнуть в тушку, установить на пульте тип мяса и желаемую степень прожарки, после чего ждать сигнала термометра о готовности блюда. Если у вас особые пожелания к готовящемуся блюду, вы можете самостоятельно выбрать желаемую температуру готовности, и градусник также сообщит вам, когда блюдо достигло этого предела. На ЖК-дисплее отображается текущая температура мяса, финишная температура, выбранный тип мяса и степень прожарки, а также время приготовления пищи. Есть функция таймера. Силиконовая форма для мишек Гуми. Купив форму для мармеладных мишек, можно заполнить ее расплавленным шоколадом и получить миниатюрные конфетки. Заполнив емкость растопленным сахаром, вы получите красивые и полезные стекляшки. Используйте замороженный сок или напиток, залитый в формы для мармелада мишки, для украшения мороженого или коктейлей. Заполните формы с помощью пипетки и поставьте в холодильник на 3-4 часа. Достаньте мишек из формы, и конфеты готовы. Аксессуар эластичный и легко моется. Фигурки без проблем достаются из силиконовой формы для жевательного мармелада. Купив формы для отливки мармелада, вы сможете готовить каждый день новые и оригинальные десерты. Удобный инструмент для шашлыка. Шашлык – любимое блюдо многих, однако процесс его приготовления достаточно сложный и длительный. Однако, существует способ значительно упростить задачу – приспособление для нанизывания шашлыка. С помощью такого устройства можно будет значительно быстрее и без лишних усилий нанизать подготовленные ингредиенты для будущего блюда на гриле. Наш шашлычный помощник представляет собой контейнер, сделанный из высококачественного пластика, не содержащего вредных для здоровья веществ и рекомендованного для применения в пищевой отрасли. Внутри контейнер полый, в него закладывается мясо, овощи и фрукты, то, из чего вы хотите сделать шашлык. По бокам контейнера имеются специальные отверстия, через которые вы будете разрезать мясо. Верхняя часть контейнера закрывается крышкой-фиксатором, в которой имеются отверстия для вставления шампуров. Устройство для нарезки сыра и масла. Среди новых кухонных гаджетов это одно из самых практичных приспособлений для кухни. Оно представляет собой дозатор для порционной нарезки масла и одновременно используется как удобная масленка. Форма наполняется размягченным сливочным маслом и ставится в холодильник. Перед едой необходимо указать желаемый вес кусочка на шкале, размещенной на корпусе прибора, а потом уже можно выдавливать масло на тарелку или хлеб. Руки остаются чистыми, а все кусочки получаются красивыми, ровными и абсолютно одинаковыми. Тендерайзер для отбивания мяса. Это профессиональное приспособление для отбивания мяса. Еще совсем недавно об этом инструменте знали лишь профессиональные повара. Тендерайзер – прекрасная альтернатива старому молотку для отбивания мяса. Теперь обработка мяса для приготовления любого блюда будет более быстрой, удобной и бесшумной. Круглый прибор нужен для придания продуктам рыхлой консистенции, что позволяет ускорить процесс приготовления и неплохо сэкономить время. Тендерайзер предназначен для мяса курицы, индейки, свинины, баранины, телятины, а также рыбных продуктов. В отличие от отбивки молотком, обработка мяса тендерайзером гораздо более тихая и не нарушает структуру мяса и его внешний вид. Мясо прокалывается сразу же во многих местах острыми иглами тендерайзера, благодаря чему оно становится мягче. Тендеризация также способствует равномерному распределению рассола и специй по всему объему мяса при мариновании. Держатель для мусорного пакета – удивительно практичное приспособление для вашей кухни. Он станет замечательной альтернативой традиционным мусорным контейнерам и ведрам. Благодаря своей конструкции он не займет много места, поэтому с его помощью вы сможете сэкономить место на кухне и ванной комнате. Он идеально подходит для быстрого удаления отходов, например, при приготовлении блюд. При желании вместе с держателем можно использовать более плотные пакеты и хранить небольшое количество овощей, фруктов и прочей мелочи, используемой каждый день. Нож для очистки чешуи. Один из самых популярных и недорогих принадлежностей для кухни. В частности, будет интересно для тех,
кто любит рыбные блюда, но не очень любит чистить рыбку. Чтобы не разбросать весь мусор по кухне, как это часто бывает, то приобретайте такой вот нож, в котором есть контейнер для сбора чешуи. Процесс очистки точно облегчится. Мерный стаканчик с весами и термометром. Зачастую хозяйкам требуется знать точное соотношение между объемом и весом ингредиентов приготовляемых блюд. Облегчению этой задачи и способствует недавно сконструированный такой многофункциональный кухонный агрегат, изготовленный по принципу 3 в 1. Прибор предоставляет пользователям возможность сразу вместе узнавать как вес помещенного в него продукта, так и объем и температуру. Надеюсь, что хозяйки по достоинству оценят все удобства при использовании мерного стакана весов. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, как вы считаете, какие ножи для кухни лучшие, стальные или керамические и почему. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!